Им всего полтора месяца, но вес как у взрослой кошки. Как и все малыши, маленькие леопарды живут по особому расписанию. Они всегда с мамой сейчас, то есть у нас есть родильное помещение специально для кошек. И вот они там с мамой играют, и спят, и, ну, то есть кормит она их сама. Но они мясо уже начинают пробовать, мама им подтаскивает. Этих котят просто так на руки не взять, характер не позволяет, да и острые когти отобьют любое желание поиграть. Но дети с восторгом встречают новорожденных хищников. Они маленькие, красивые, зубы большие. Думала, они будут побольше, они такие маленькие. Я погладила. У леопардов все как у людей. Пара формируется по принципу «любит, не любит» и на всю жизнь. Фелиция и Хан вместе уже 4 года. За это время в их семье родилось 6 котят. Они уже отправлены в другие зоопарки. Куда поедут эти малыши, пока не ясно. Чистокровные дальневосточные леопарды занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось всего 80. Сергей Кизоркин, Илья Овсяников, Максим Гусев. События.